Надувная лодка – наиболее оптимальное решение для людей, не имеющих дока для хранения судна в зимний период, либо не желающих обременять себя хлопотами с трейлером, который необходим для перевозки металлического или пластикового катера. Для рыбалки, для прогулок по воде достаточно принести надувную лодку к берегу, наполнить ее воздухом и больше ни о чем не заботиться, наслаждаясь пейзажами, мягким ходом достаточно комфортного судна и, конечно же, богатым уловом. Российский рынок надувных лодок достаточно многообразен, и чтобы впоследствии действительно наслаждаться покупкой, нужно внимательно отнестись к ее выбору. Необходимо отдать предпочтение той модели, которая будет отвечать именно вашим запросам и потребностям, надолго сохраняя при этом свое высокое качество. Компания DV Extreme представляет вам надувные лодки «Гладиатор». На российском рынке они появились 3 года назад и за это время отлично зарекомендовали себя среди рыболовов и любителей активного отдыха. Это бренд, который рекомендуют. Богатая комплектация в сериях «Актив» и «Профессионал», отличное качество и довольно привлекательная цена послужили залогом того, что лодки «Гладиатор» с каждым годом покоряют новые регионы нашей огромной родины и сердца неравнодушных людей. Достаточно широкий модельный ряд лодок представлен в таких популярных среди любителей рыбалки и охоты цветовых исполнениях, как камуфляж, зеленый, серый, а также в сочетаниях белого с синим и светлого с темно-серым. Длина моделей варьируется от 2,40 до 5 метров. На сегодняшний день компания DV Extreme является единственной компанией в России, обладающей собственными производственными ресурсами в Китайской Народной Республике, что позволяет добиваться неизменно высокого качества лодок при существенном снижении их себестоимости. Поставщиками материалов и комплектующих являются ведущие корейские производители с мировыми именами. На каждую модель установлена гарантия: на материал 5 лет, на швы 3 года, на комплектацию 1 год. Лодки «Гладиатор» представлены в 4 сериях – Simple, Light, Active и Professional. В каждой из них установлены усиленные стрингеры, которые позволяют более жестко фиксировать паёлы. Оригинальные уключены «Браво» и насосы «Браво 9», а также защита баллонов в нижней части полиуретановой лентой шириной 20 см по всей длине баллона. Все лодки имеют швартовочный рым, расположенный в нижней носовой части, что позволяет закрепить лодку в любом удобном месте, а также решает вопрос безопасной буксировки в случае необходимости. А теперь перейдем к детальному рассмотрению каждой серии. Серия Light – базовая серия лодок для отдыха и путешествий. Изготовлены из ПВХ толщиной 0,9 мм, плотностью 1100 грамм на квадратный метр, длиной 2,7, 3 метра, 3,30 и 3,70. Имеет плавный крой баллонов. Швы выполнены внахлёст с двойной проклейкой композиционным клеем. Паёл может быть выполнен из алюминия либо влагостойкой фанеры. Комплектация с 2 веслами, 2 сиденьями, насосом-лягушкой, ремкомплектом, сумками для переноски лодки и паёл. Лодки имеют отличную от большинства других моделей систему крепления стрингеров, благодаря которой можно добиться лучшей фиксации паёлов и натяжки днища. Данную серию также характеризует весьма привлекательная цена в сравнении с продукцией конкурентов. Серия «Актив». Это серия лодок для любителей рыбалки и активного отдыха. Серия «Актив» имеет усиленное дно, которое выполнено из материала толщиной 0,9 мм. Туристы и рыбаки ценят надежность такой брони, которая защищает лодку от проколов и повреждений. А по периметру лодок «Актив» размещен привальный брус с брызгоотбойником. Он защищает от брызг воды во время хода лодки, а также от повреждений при швартовке к берегу или к другим плавательным средствам. Серия «Актив» предусматривает 2 варианта комплектации настила – паёлами из влагостойкой фанеры или алюминия. Специальные кольца внутри носовой части лодки позволяют надежно закрепить груз при транспортировке. На всех моделях предусмотрено крепление ручек с внутренней стороны окончания баллона, что облегчает транспортировку лодки. Наличие комингсов, треугольных накладок между трансом и баллоном, препятствует попаданию воды в лодку во время работы мотора. С данными моделями можно использовать мотор от 5 до 40 лошадиных сил. Лодки серии «Актив» отличаются расширенной комплектацией, в которую помимо стандартного набора входят сиденья из алюминия, сумки с мягкими накладками на сиденья, стояночный и носовой тенты, а также носовая сумка. Данные дополнения позволяют сделать лодку более функциональной и максимально комфортной в использовании.
Лодки серии «Профессионал» – хит продаж 2012 года. Они предназначены для охотников и рыболовов, которые предпочитают самые суровые природные условия, а значит и довольно жесткие условия эксплуатации экипировки. Лодки с бронированным дном изготовлены из ПВХ толщиной 1,2 мм, плотностью 1350 грамм на метр квадратный. Длина моделей от 3,30 до 5 метров. Серия «Профессионал» комплектуется современной моделью якорного рыма, которая крепится в носовой части судна, что очень удобно при буксировке, якорной стоянке и швартовке. Лодки серии «Профессионал» оснащены новыми моделями сливного клапана, а также привальным брусом с брызгоотбойником и коммингсом. Специальные кольца внутри носовой части позволяют надежно закрепить груз при транспортировке. Материалы корейского производства, которые характеризуются повышенной прочностью, современные методы проклейки швов и дополнительные опции гарантируют долгие годы эксплуатации лодки даже при интенсивном использовании в экстремальных условиях. С данной серией лодок используется мотор от 15 до 50 лошадиных сил. Комплектации предусмотрены сиденья с мягкими накладками с подсумками, дополнительное надувное сиденье, леер по всей внешней стороне лодки, внешние ручки для переноски и внутренние ручки, чтобы держаться на ходу. Комплекс основных и дополнительных опций в сочетании с исполнением в цвете камуфляж делает лодки этой серии весьма привлекательными для профессионалов, ценящих комфорт и качество.